В Анапе на жителя Иркутской области, который накануне ходил по городу с ножом, завели уголовное дело. Его подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, накануне днем фигурант нарушал общественный порядок, после чего к нему подошли представители власти. В какой-то момент он начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов ножом. При этом на требования правоохранителей положить нож на землю он не реагировал. Уточняется, что после нескольких предупредительных выстрелов они применили табельное оружие. Мужчина был ранен в ногу и обезврежен. По данным пресс-службы Краевого следственного комитета, сейчас он находится в больнице под охраной. Угрозы жизни и его здоровью нет.